функции головы, головного мозга, будущее нервное тело, определенные руки организма. Многие могут спросить, кому в принципе нужно это, кому нужны такие шокирующие условия жизни, да, там, операции, трансплантации, когда, ну, чтобы не продевать мучения, может быть, может больше этого не делать. Но представьте себе, что вы директор крупного завода, у вас зависит жизнь десятков тысяч людей, у вас масса проектов, масса, я не знаю, заказов, которые вы должны делать, вы должны обеспечивать постоянные обороты каких-то проектов, потому что люди от вас зависят, люди в вашей решении. И вдруг там авария, я не знаю, нападение, покушение, и все какое-то подвешенное состояние, когда в таких технологиях спасения людей не было. Я надеюсь, что в очень скором времени мы сможем решить эти другие проблемы, в том числе с помощью немедицинских технологий, например, технологии рулевой техники. Я являюсь членом команды, которая разрабатывает очень полезные умные устройства, которые способны перемещать руки вслед за вами. То есть это совершенно не шок-контент, такой реальный потребительский продукт, который стоит времени не дает. Мы надеемся, что он будет полезен, нужен людям. Поэтому я понял, что любое какое-то незначительное начинание можно сделать полезным гораздо больше спектре, чем это казалось изначально. Именно поэтому главное в моей жизни это было всегда стремление. Стремление к знаниям, стремление к независимости, к пониманию, стремление к жизни, как это раз называется. Поэтому, если у вас есть вопросы, то я с вами пообщаюсь. Пожалуйста, поднимайте руку. Пожалуйста. По пересадке головы на животных, но, насколько я знаю, животные очень недолгие, они очень долго живут. Существуют ли уже подтвержденные эксперименты по пересадке головы животных, что они жили, функционировали, какие-то эти лицо? Ну, смотрите, я думаю, что ваш вопрос предвещает главный вопрос, когда состоится сама операция, да, что мы в социальных сетях очень часто. Поэтому я отвечу последовательно. Значит, я скажу прямо, я не обладаю данными о животных, которые способны жить сложно существенно долго после операции. И как человек трезвомыслящий, здравомыслящий, я понимаю, что до появления этих данных мы не можем переходить к главному этапу, то есть после операции с человеком. Поэтому дата, которая была объявлена ранее, то есть декабрь 18 года, она является скорее неким майлстоуном, то есть ключевым пунктом, на который самка, наверное, ориентируется его стратегии. Скорее всего, если эта операция состоится, она будет проведена в Китае, потому что там это финансируется на государственном уровне, там это будет финансовая клиника в Харбине. Однако, кто будет первым пациентом, я вам могу сказать так вот, потому что есть такое подозрение, что китайское правительство хочет иметь первым своего человека в космосе, если он находится. Но это все еще очень неокончательно. Поэтому мы работаем с этими животными, действительно двигались и были в большом количестве. Это позволяло, наверное, время от времени выступать с очень уверенными заявлениями. Ну, а мне остается его поддерживать, делать свои личные дела, связанные с другими моими личными проектами. Валерий, меня зовут Артем. Скажем так, есть довольно интересный для меня один из медицинской точки зрения вопрос. Я детально не изучал этот механизм, но я знаю, когда происходит шифт, например, для конечностей, то есть нервных волокон, скажем так, не спинного мозга, там, с головным,
естественно, какое-то время мозг ищет пути, потому что невозможно шить на первом нерве тем самым. Естественно, происходит повторно самообучение организма на управление новым органом. Да? В отношении спинного мозга там все намного сложнее, соответственно, время, естественно, которое потребуется организму мозгу, чтобы переобучиться работать с этим чужим спинным мозгом, будет значимо больше. Да? Естественно, как я понимаю, какой-то период будет происходить с функционализацией легкой, то есть поддерживание функционирования организма за счет электронной какой-то системы, да? А вообще вот оценки вот времени, которое может потребоваться мозгу, чтобы переобучиться работать с спинным мозгом на животных. Вот, какой период достигает, там, какая полнота, скажем так, там, поддержание, например, жизни до развития высшей там, деятельности именно моторной. Ключевым компонентом этой истории субплантации является полиэтиленгликоль. Когда мы работаем с самого начала, это препарат, который позволяет кратно ускорить процесс сращивания именно нервной ткани, поиска именно новых путей для передачи фуза. И опыт с животными показывает, что восстановление мозга происходит за считанные недели на самом деле. Поэтому это позволяет нам сантиметров смотреть, в том числе на операцию с человеком. Но тем не менее мы рассчитываем, что это не будет быстрой историей, то есть после операции человек как минимум месяц пройдет в коме, будучи мозг обездвижен для того, чтобы обеспечить сращивание тканей, в том числе костных и всех остальных. Поэтому да, месяц комы, потом примерно год реабилитации, адаптации к новым условиям, в том числе возможно с применением технологии виртуальной реальности.